Я приветствую всех, кто сейчас смотрит данное видео. Меня зовут Максим, мне 23 года, я проживаю в столице Алтайского края, в городе Барнаул. И сегодня в данном видео я хочу рассказать вам о том, как я пришел в интернет-бизнес и почему из огромного количества проектов, вариантов, компаний я выбрал для себя именно наш проект Whole World. Какие я увидел в нем перспективы и преимущества. Также расскажу о целях на данный проект. Началось все в 2013 году, когда я начал искать для себя тему интернет-заработка. Я понимал, что после окончания вуза меня, скорее всего, ждет обычная работа по найму за небольшую зарплату, и нужно было искать для себя более перспективные способы заработка. Несколько моих знакомых уже зарабатывали деньги в интернете, и я ничего об этом не знал. Начал самостоятельно изучать интернет и изучать то, как можно именно зарабатывать в интернете. Я за последние 4 года изучил очень много информации об интернет-бизнесе. Проходил огромное количество вебинаров, мероприятий, ознакомился с огромным количеством компаний, проектов и начал отличать способы, на которых заработать нельзя, от способов, на которых заработать можно. И за последние 4 года я участвовал в довольно большом количестве проектов. Бывало 50 на 50. Иногда я зарабатывал, окупал свои вложения, иногда нет. Но в целом опыт скорее был более негативный, чем положительный. Денег я зарабатывал мало, но у меня формировалось понимание интернета и понимание того, какие проекты стоят того, чтобы ими заниматься, а какие проекты того не стоят. И недавно, в мае 2017 года, я познакомился с проектом Whole World. Идея проекта меня моментально заинтересовала. Я моментально понял, что эта идея очень и очень стоящая. Я моментально увидел огромные перспективы в нашем проекте. Почти все проекты, которые я узнавал за последние 4 года, были гораздо-гораздо слабее по своей идее и по своему замыслу с нашим проектом Whole World. Я принял решение моментально участвовать в нашем проекте. Какие преимущества я увидел в нашем проекте? Самые главные. Первое преимущество – это идея. Считаю, что у проекта очень хорошая идея. Это благотворительность. Мы помогаем нуждающимся людям. Это во-первых. А во-вторых, мы помогаем обычным людям приобретать деньги. Обычным таким же людям, как мы сами. Мы оказываем материальную помощь, и люди также оказывают помощь нам. Я убежден и уверен в том, что деньги – это самый востребованный продукт, который только может быть. Косметика, биологически активные добавки, различного рода кастрюли и предметы быта – это все имеет гораздо меньшее значение, чем деньги. У нас очень хорошая идея, ее очень легко продвигать, ее очень легко продавать. Это первая идея. Второе – это простота самого проекта. Идея очень простая. К примеру, в различных сетевых компаниях очень сложная идея. Нужно очень многое знать о продуктах, нужно многое знать о компании, нужно многое знать о том, как продвигать сетевой бизнес и так далее. Если мы посмотрим какие-то другие сферы заработка, то там тоже очень много сложностей. А идею нашего проекта продвигать очень легко. Достаточно человеку посмотреть 3 видео на нашем главном сайте, чтобы человек принял для себя решение, стоит заниматься или нет проектом. То есть идею очень просто передавать людям из-за простоты. И третье преимущество, которое мне понравилось, самое главное, у нашей компании, у нашего проекта очень много преимуществ, но я поговорю о самых основных. Так вот, третье преимущество – это инструменты. Зарегистрировавшись сегодня на сайте, я понял, что проект предоставляет мне очень нужные инструменты для развития. Я увидел лендинг-пейдж, который позволит продавать мою идею и делать так, чтобы в мою структуру подписывались люди. Это все бесплатно. В своих прошлых компаниях я такого внимания к людям не видел, потому что даже элементарно не было инструментов. Их нужно было искать самостоятельно, заказывать себе сайты, продающие страницы и так далее. И также на нашем главном сайте огромное количество материалов полезных для развития в нашем бизнесе. То есть с такой идеей, с такой простотой проекта и с инструментами, я считаю, что здесь можно построить очень серьезное дело, очень серьезный бизнес. И при этом стать человеком богатым, обеспеченным и сделать огромную пользу
нашему обществу, нашим людям, помочь нуждающимся. Спасибо за просмотр. С вами был Максим. Увидимся в следующих видео. Счастливо!